Ради рофла в корже играю. Хотя не, вру, я бы с острова брал. Оля кидала. Горлок, как продвигается Самон? Ты кто? Шкаф стоит. Я собака. А где Самон? Я шкаф ставлю, а не Сумони. Сумонит, люди. Тут не все так быстро пошло. Мы добежали, тут три человека. Два шкафа, они не могут поделиться, кто сумонит. Колик из воды выйти. Полик не тут. На Аляре висит все. По остальным, наверное, так вообще довольны. Сники пушка. Да, кстати. Хоть есть чем заниматься. Или хотите мопы заявить? Пехота мобилу починил. Кстати, мопа. Свернулись, убили. Терпи. Так что пиздуй, разве?
консервы дайте, либо что ли. Шарю на боссе, воет на отдых. Вообще на пол. Али, ставишь на тур? Поехали. На тур тотем вот сюда вот, сюда. Я пойду. Давайте слушай. Скинули агро. Скинули агро, перевод. Скинули. Сань, мы Игроса добиваем, добьем самого. Перевод, скинули агро. Охуенно, там был старт. Добивай. Убивай, иди, иди. Выпустите. На кого она шел? На Лока? Сники вроде. Сначала сники. Эх, не вы не выпали с поди. Прошу прощения, можете сумануть?
Хотя да, мы же не вайпались. Просто не могу есть. Так. Вы след зажадничали войско, потому что нас тупо минус 4 хила было. Гера, не ну, Гера могли. Там просто трэш за мной побежал, отъебал меня трэш. Потом еще. Я видел, я видел, я видел. Жадинка. Поставьте там шкаф при самонте кубика. Пиха. Извините. Подумай, что мне не нравится и почему мне хочется тебя назвать. Сорян. Нехорошими словами. Можно было по мне самому, конечно, кинуть тоже. Но... Кое-что банка. Кольцо отдай. Какое? Банковское? А? Какое? А. Меткость РПБ, которая ролила. Вот спасибо. Это? Пиши лучше. Катку интул лапку, ребаф начинаем. Рыба стоит. Там не было РПБ, банка. Пиха. Не облизывай грибы в клаке, да? Не идет тебе на пользу. Там было чего два кольца. Что они, блядь, сделали? На другое смотрел. Чего? Ну там два кольца, ты на другое смотрел, а первое-то ты не посмотрел. Он все понял. Ну давайте, шустрее вылавливать уже это говно. Они сломали нахуй, попробую возьми эту, блядь, оклику как ёбнутый. Че, не берется удочка, ты хочешь сказать? Она не закидывает. Ладно, сейчас. А дай мне, раз у тебя не работает. У меня тут даже рыбалка чуть-чуть есть. Куда кинул? Ну, смотри, как дупло швыряет. Сразу чувствуется. Умеет. А, наверное, войны только умеют. У меня вообще модификации перебагнулись. Не знаю, как в тот раз выловили, но такая же хуйня была. Не делайте ничего. Лут или что, поставьте, что там с ним. Оно именно на вот это облако не направляется почему-то. Вот так в воду кидается. Что, Вара, не делайте чар из своих, ни в кого вообще. Улетим нахуй. Это почему? Я тебе говорю, улетите. Коки, не это, не... Переебали. Они что-то новое добавили, пих? Где он, видишь? У Таси то же самое было. Я думал, из-за того, что мы последним убивали его, а оказывается нет. Саш, расслабься, вылетел? Блять, еще не суть день вымирающих. Сначала хвал умирает, потом хан. Блять, Кокиш, ты, ну, глухой. Конечно. Тебя фризнул дис, поэтому про Вара слышно было, а про рогов нет. Беги, малышка, беги. Про рог тоже. Ну, блять, он вот... Ничего не учится. Да, наверное, разок уже такой смерти. Ну что, Кокикс и все. Ну что, все, и... ты ровно так же в прошлый раз сдал. У него пропал микрофон.
Почему это плавающее говно сдохло с другой стороны? Пиха, подойди ко мне. Пих, попробуй забрать, потому что у меня он не лутается вообще. Этот предмет вам не подходит? Ну, просто, значит, кинь в ролл, блядь. Что вообще выпало? Серьга, кольцо и... Тело обычное, редриковское. Ну, какие твои наробки? Что, космо? Ну, если никому на более полезный не надо, что там по роллу. Космос ролю. Космос. Сзади воет огромного сагрю. Ну, зачем? Он патрульный, все равно мешался. Он нас догнал бы. Он не заходит далеко. Надо что-то с ним. Войт, да ты чего? Закидывай в себя, да ты что ты? Да все, все, я это, у тебя, ну, остальное валит. Ну, все, по-моему. Ты его ведешь. Я никогда не понимаю этого. Что ты делаешь? Шаря, я цепляю на себя, цепаничи, ага, ты рядышком, хорошо. Войт, стой, Войт, стой, тех не надо, Войт, стой. Новый чумной. А я их и не агрю. А я их... Я отошел, чтобы чума не стакалась. А этот колодец, Паша, типа даже когда затыкиваешь, еще с пихи идет. Какой смысл сегодня идти? Ну, завтра целка РСХ. Точнее, сначала РСХ, потом целка. Да не лей. Дайте Войду собрать теперь. Войда не пробите. Не срывайте, дайте. Там вы спешите? Автономно. За вами гонятся или что, блядь? Надо ник менять на... Что такое топ ДПС? Шарик, каску. Кулак. Лапу, Паша. Все, вижу. На нем есть лапа. Вижу, вижу, вижу. Только только поднял. Thank you.
Мне не дали рез сначала. Мне тоже не дали. Я в рот ебал, да. Не, ну сам беги, это спокойно будет, долго бежать. Но это быстрее, чем нам дадут резнуть. Все, он рез там. Сзади. Развернулись. Взяли моба. Так, одной проблемы меньше. Ходячего поймали. Уже только не сдохнуть в коридоре. Так, а что у нас получается? Перчаточки, да? Че, Паш, будет второй рейд на прогресс? Почему же слышно? Могла я тебя туда отправлю. Контролить. Нормальная тема. Чисто на трэш рейд. Ну, Тансгарды, кстати, тоже хотят второй рейд делать. Там весь вопрос в танках этих рейд. Сейчас всяко отвалился, да? Всякое, да. В танках, в контроллерах на Аларе, в хапалах и так далее. В следующий день можно попробовать что-то посмотреть. Опять же, смотреть, кто останется без КТ. Аляры вот растать в очереди. Да хапалов, Паша, куча. Мел бы ты хилить. Пойдет, прохиливай. Токсик пиха опять. А он когда-нибудь меняется? Нет. То ли здесь же, да, у нас вторую руку то лутает кинжал. Блин, в каком регионе у нас дискорд стоит? В говне где-то. Кстати, смотрю, у меня тоже пропрыгивает периодически красный. Сегодня целый день дискорд лагает, я, блядь, еле бот тут запускал сегодня. Никитка, ты тебя хотел. У нас... А что у нас по инвалидам третьей категории? Все закончились, да? Ой, кипапы.
чё, мне осталось 120 кристаллов, буду я дрочить. Какой так долго пойти вторую карту вообще? Я не знаю. Сама потихонечку. Так, подожди, что у нас получается с перчатками? Локовский продаю и шамовский продаю. Правильно, правильно. Так. Я говорю, нож мне поменять с концами вообще на весь ДС. А нужен? Пека ставит портал Даларан. Хорошо. А, сам, вот... сам улетаешь. Я лучше камень. И космос с тобой прыгает. Изи. Само не две тушки. Да, Саша. Кто? Кого? Ну? Я там в чатике спрашиваю. Сикстан? Ну, типа... Кроме тебя ведь никто не ролил, да, тогда? Где Финмас вот на Сикстан, к примеру? Финмаса нет, он Слипи есть. Ройл Клипы бы протагивает. Локнул. Вообще на пол. Сколько Сикстан стоит по ГП? 300. 400. Человек 400. Кому Сикстан нужен? Локу. Локу. Слипи, все. Понял. Макрос, что ты не готов, что тебе не хватает? Шарри, потерпишь без чая. А вой в танке? Заблудился. А чё там сандеров нет? Спали? Консервы.
Давай, Полик, я верю в тебя. Ну сейчас нету всяких там пих с лужами. О, IQ Warlock. Что? Что? КД разбол. Понимаю, а нахера ты его КД шел, если ты знаешь, что он на фазе на нем будет висеть дот, и он выйдет с фазы и сломает тебе лицо. Не, демон бил, потому что. Так, а что у нас, подожди, с этим воинжрейс-руид? Банк. Ничего? Что? Повтори, пожалуйста. Да сваров снимайте. Ну, пожалуйста, мне же на хапало упал, когда пошли на хапале, изи. Заходил, когда за мечом меч не падал. Можешь дать перчатки на всякий случай, не знаю, кто. Мне не радует, что я Стасе серьгу полутал. Меня радует или радует? Радует. Я серьгу Тасе полутал и щит напало. Ну тогда, так сейчас бы забрал бы. Паш, мне надо это срочно отойти, следующий босс, наверное, без меня придется. Хорошо. Я бы последние два куска полутал бы, вот это было бы заебись. И на Джайну, наверное, я с нами буду ходить. Чё на Джайну? Я... Напали? Я с нами буду ходить на Джайну, там штаны сильно многим нужны. И Триня тоже. Так, подожди, ладно, давай посмотрим, что у нас с Варовским. Кому они нужны, кидай. Мало ли. Открою их ради танка. Так, шамовские ноги. Нужны? Следующий тоже с токеном, да? Да нет, Люб, зайдешь, подумал. Ну не надо этой хуйни. Ясно, вы хуй ранжу тут наберете, понятно. Вот меликом бы отсюда, конечно, съебать бы нахуй, а не разносить это говно. Так, разрез.
Банк, ты штаны будешь забирать, а не будешь? Будешь? Да. Если штаны выпадут, я эти перчатки вообще могу выкинуть. Или оставить, да. Я понял, знаешь, Люба не перезаходит. Заразные, ну, да, заразные, нахуй. В разы сильнее. И текстур еще один, суп. Да ебаный рот, блядь. Ну, знаю, я все слил в Ангелии. До свидания. Что-то минус, блядь, 3 хила. Наверх же нельзя мобов увести. Откуда еще один маг? Это ты заразного притянул? Шаль. О, их тут двое. Там кубик ХД валяется, если вы сдохнете. Может, убьет 4 человека. А, ты даже скинул, отлично, Саша. Красава. Я могу пойти вас резнуть. Он нас резнул уже. А, он куда шло, резнул через куда. Нужна помощь, срочно. Этот не заразный? Да тут небо поможет. Милики здесь торчит, тяните под резом по колору РД. Туда топаем, рассасываем эти пронжи быстрее, только пожалуйста. Еще выше поднимай. Я гимн скинул, хочу. Говоришь, дупло. Можете идти бить. Я разрешаю. Спасибо. Я понял, почему к нам прибежал Секстор. Определил по найденному трупу. Угу.
Ведьмачье чутье включи. Че, блоха-то посъебались? Я вроде никого не отпускал, кроме Болика. Пошли проверять, пошли по одному. Нужно подойти поближе. Понятно, что заразно. Следующего большого хорды. Вот лучше. Такой же. Отлично, подходим, заливаем. Саня, ты сделал? А, Саня, я понял. Ты в пилотасе живешь? Её собака там. Откуда у макроса кот вообще появился? Так он давно уже завел. Точно, я вспомнил, он там обычно играет одной рукой и кота гладит. Или кот лапы не играет. Тебе влезет, как отсреди монетин сейчас пизда. Ну под затыльник, блять, если мне придется тебя перекрикивать. Вы можете тотемы убить? Пиха, отвлекись. Пожалуйста, я не добежал. Пиха, отвлекись, убей. Спасибо. Олег попросил отойти, он там не вернется. Оль, бей сзади даты. Все. Теперь, когда все сцепнулись, спектр. Если Олег не подойдет, да, спектр. В рестор. Сейчас посмотрим, если он вернется. Я ж хуёво без совы. О, блядь, ладно. Спасибо, назвал меня совой. У тебя что-то на вагоне есть, на шамане. На команду, то есть намек на Элема. Бен, ты понимаешь, что мы в один на ебаном боссе, который просто выдернивает всю ману. Ты понимаешь, Влорам на ебаном боссе, который в том, что будет Элем, и что твоя фраза, что жалко, что без совы, никак. Нет, в принципе, не жалко, Элем. Что без совы. Не про то, что пиху спекать, в принципе, жалко, что без совы. То есть и бафа не будет, блять, и инора не будет никуда. И то хуёво, и то хуёво. Движение рук. Все, зачистили всю эту херню. Ну давай сманем. Дим, тыкни шкаф. Ассист по лобку. Пих, поставь ГБ, пожалуйста. А копье, когда вешается там дебаф, как он называется? Может кто сказать?
Который мы сейчас говорим. Олик так и не проснулся. Черное копье, по-моему, это так. Может, нет. Не помню. Да, вот именно пиявка. А вот когда она вешается, дебаф на тебя, она так и называется или как-то по-другому? Наверное, так же. Алиса, кушать. Сейчас попробую. А я вместо хапала встану. Рейд похилил. Зачем? Хили рейд. Пашка станет вместо хапала или... А, окей. Я туда куда иду. Ну что, тоже поставка. Так. Что у нас получается по танкам? Банка, ты этим? На этой, да? На бабе. Угу. Слава на шамане. И Санек танчит босса. Крест. Крест на паладине вон, поставьте на какую-нибудь. С учетом того, что Полик отошел, два паладина. Один в каске, второй плав. МП5, нет? Не, МП5 тогда не бафит. РЧ на пол. Стой, стой, идет колосс, убить. Где? Лови говно. Бля, сейчас все против, по пизде пойдут. Ну ладно. О, понятно. Ебать. Издалек проки. Милики, сдохните где-нибудь подальше. Убедительная просьба. Да не успею. Ебаться и сдохнуть. Дикий бродячий моб. Блять, мы же умерли, бродячий, откуда еще один? Это, короче, голем, он просто ушел, уходил от нас, и вдруг он исчез. Я вот заметил.